испанская компания Spania GTA представила очередную версию своего суперкара GTA Span. Новый испанский болид получил новый карбоновый монокок, в котором использован титан и графен, что позволило снизить вес монокока на 26%, а его жесткость накручения повысить на 35%. Кроме того, ради снижения веса болида, испанцы заменили все кузовные панели, а также увеличили количество деталей, сделанных из углеволокна. С точки зрения внешнего дизайна, новое поколение GTA Spana заметно преобразилось. Изменения коснулись переднего бампера с увеличенными воздухозаборниками, фар головного света с новыми светодиодными дневными ходовыми огнями и новой конфигурацией моторного капота с дополнительными воздушными жабрами для отвода избыточного тепла. Кормовой части кузова обращает на себя внимание. Антикрыло во всю ширину кузова, аэродинамичный бампер, стильные светодиодные фонари и 4 патрубковыхлопной системы вместо прежних 3. В качестве силовой установки на испанском гиперкаре установлен 8-литровый 10-цилиндровый мотор с 2 турбинами мощностью 938 лошадиных сил, работающий в паре с 7-ступенчатой секвентальной коробкой передач. До 100 км в час GTA Spana разгоняется за 2,9 секунды, а максимальная скорость машины составляет 370 км в час. Всего будет выпущено 99 экземпляров испанского суперкара.